Здорово, мои маленькие рософобы и любители фейков! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что у вас на экране мнение дилетанта. И сегодня мы поговорим о том, как несчастных русских лишают шенгенской визы и грозятся выкинуть их из Европы. произошло некоторые лидеры европы например президент эстонии сам зеленский начали призывать прекратить выдавать шенгенские визы россиянам а тех россиян которые сейчас находятся в европе вернуть в россию давайте сразу скажу что я считаю это ну, неправильной мерой, и я не знаю на что она вообще рассчитана и чего пытаются добиться мне кажется это больше такой знаете э, пиар ход э, напомнить о том что происходит но э, дело в том что это подняло такую волну э, у правильных россиян я кстати это видео именно э, записываю для тех кто не поддерживает войну понятно что <laughs> Отмор отмороженным расистам тут вообще ничего не объяснить Так вот, среди правильных россиян поднялась большая волна Все об этом написали Чичваркин, Кац э, Все, ну то есть Такая вот вал целый Я на это посмотрел И в сообществе, можете пойти посмотреть Сделал такую заметку Если бы прекрасные россияне защищали свои права в России Когда это было еще возможно так же яростно, как сейчас защищают право на визы в Европу, то, возможно, не надо было бы сейчас защищать визы, потому что у них был бы без виз. Ну, это к тому, что там ассоциация с Европой была бы подписана и так далее, и так далее, и так далее. Пришли к этому сообщению россияне и как начали рассказывать, как их бедных, несчастных угнетают, что это реальная русофобия, нацизм против России и прочее, прочее, прочее. Вот по этому поводу и хочу, в общем-то, с вами поговорить дорогие россияне. Как всегда, буду делать это в формате диалогов. Вот Ярик пишет. «Всегда был согласен с Алексеем по поводу его антивоенной позиции, но сейчас не поддерживаю это злорадство по отношению к россиянам, которым запретят въезд в ЕС или тому подобное». Господи, опять э, люди видят в моих сообщениях все, что им угодно. Злорадство – это когда «Ха -ха, россиянам запретили выезжать в ЕС, господи, так им и надо с волочам. Вот это злорадство. А здесь я констатирую факт, что вы больше беспокоитесь о визах в ЕС, чем о том, что у вас происходило в стране, намного больше. Дальше он там пишет что-то про то, кто выходил в болотные. Я вообще не понял, почему это как будто отдельное типа, типа он мне сообщает, что у них тоже митинги были. Окей. Э, оканчивается тем, что предлагаю Лёше примерить ситуацию на Беларусь и подумать еще раз, нужно ли набрасывать на вентилятор зазря. Э, у нас в 2020-м, когда Лукашенко вот эту всю фигню делал, белорусы просто кричали «Введите санкции побольше, чтобы эта тварь не могла ничего сделать». Вот такая фига из пальцев получилась от ЕС, никаких санкций не ввели. Ну, то есть, там что-то ввели вообще, какие-то де... детские лепят, понимаете? То есть, белорусы сами хотели это. Но еще раз, и я напомню, в Беларуси в Беларуси. У Беларуси проблема сама с собой внутри. Плюс еще Россия ее там пытается оккупировать. А у россиян проблема в том, что их страна напала на другую страну. Вы понимаете вообще разницу, чувствуете? И еще раз, еще раз повторю, белорусы хотели санкции. Вот прямо конкретно все белорусы, которые против Лукашенко, говорят, давайте больше санкций примерить на Беларусь. Ты ж ни хрена не знаешь, ты, вы, вы, вы что-то предлагаете, вообще не зная, что происходит вообще у кого-то. Михаил Пинчуков пишет, люди защищают не свое право на визы. Люди боятся, что их лежат возможности спастись от Путина, и подавляющее большинство совершенно несправедливо. Ребята, уже полгода война. Если вы за полгода еще не уехали от Путина, не спаслись, то визы в ЕС вам не помогут. Вы просто слоупок почему-то ситуацию преподносят так, будто все возмутились из-за желания запретить турвизы, но ведь это неправда. Люди эмигрировали, хотели начать новую жизнь, многие задолго до войны. Но теперь под приступом популизма их выгоняют обратно. Ну, во-первых, это ничего не принято, еще ничего не сделано. Понимаете? еще раз я повторю, по моему мнению, это тупая мера. Зеленский это явно говорил на эмоциях. Вообще украинцев можно понять. Но вот тут вот в этом и прикол весь. Вот почему ваши вот эти, ваше это нытье так дико раздражает. Потому что вас не слышно, когда реальные проблемы в Украине происходят, вас просто реально не слышно. Вот я подписан там, ну, давайте я не буду говорить про конкретно Михаила Пинчукова, я буду говорить про лидеров вот этих либеральных там Латыпова, это, опять таки Кац, и Навальный, и Яшин, который сидит уже в тюрьме, все там, и на кого я еще подписан? Шендерович, там, прочие-прочие, да, все. Все, что они пишут вот в течение этого полугода, что, ребята, вот сейчас уже Россия, типа Путина, э, проиграет, сейчас все развалится, сейчас все будет э, окей, они проиграют, они все уйдут, их сметут, при этом они ничего не делают, чтобы это произошло. Но как только их интересы задеваются, то есть там, ну, находясь они за рубежом находятся, сразу куча постов, понимаете про это. Как там какая-то эстонка требует вывести россиян из Эстонии. Как на бедного каца, что он не понимает белорусский язык. Он возмущался, что с ним какие-то белорусские комментарии ему пишут. Я имею право не понимать ваш язык. Понимаете, сейчас вот даже это еще не вводится, даже это еще обсуждается. Но они вот возмущаются, вот этот ком возмущения, что их опять как-то заденут. Это дико раздражает. Если это меня раздражает, я представляю, как это украинцев раздражает. Вас, уважаемые россияне, вот эти хорошие русские, слышно только тогда, когда вас что-то касается. И начинается вот и баутизм. А что там в Беларуси? Ну вот давай про меня, давай про меня поговорим. Давай. Э -э началась война, YouTube э -э ограничил всю рекламу в России и обрезал спонсорство в России, я потерял 65% дохода. Я хоть раз сказал о том, что Google такая сволочь, вот это сделал. Почему? В чем тут я к этой войне? У меня игровой канал. Почему мне обрезали это все? Нет, я говорю правильно, чтобы не платить налоги в России. Правильно. Всем нам, всем вообще приходится чем-то жертвовать. Вы же, вы же, живя в той стране, которая и начала эту хрень, ну или эмигрируя из нее, имея отношение к этой стране, постоянно возмущаетесь, что у вас где-то там чуть-чуть вам яичишки прищемили опять в очередной раз. О, 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 поч а почему вот нам, россиянам, которые против Путина, постоянно что-то плохое делают? Мы же против него. Где вы против него? Как вы это показываете вообще? Вы понимаете, почему Евросоюз вообще этим занялся? Потому что постоянно появляются в интернете... Видео с другими россиянами, находящимися там в Германии, в Швеции, в Австрии, в Чехии, которые выступают за эту войну и говорят, что Путин молодец. Что-то я не помню видео белорусов в 2020 или 2021 за рубежом выступающих за то, что Лукашенко молодец, правильно всех разогнал. Да, я белорусов сейчас даже не знаю, которые бы эту войну где-то поддерживали, записывали. Если мы говорим, а что там в Беларуси? Давайте, вот, типа, а что в Беларуси? И я не вижу вас э, митингов россиян, которые вот в ЕС против этой войны. Да, я знаю, там, когда украинцы проводят, к ним россияне присоединяются, но вот отдельно, чтобы там митинговали рядом с российскими посольствами, требовали эту войну остановить, чтобы вы находили этих э, дурачков на Западе, чтобы вы этим занимались, вы как-то организовывались, а не сами украинцы их выщемливали. То есть... Когда э, россияне за рубежом оскорбляют украинцев, приходят на их митинги, э, там кричат им Слава России, э, там хохлы домой что вы там не воюете? Это все норм. А как только вам из-за этих действий что-то в ответ может прилететь, может еще только прилететь, вы возмущаетесь безостановочно просто засирая мне всю ленту, например, сволочи, вы мне ленту засрали. Дальше Михаил Пинчуков пишет, дайте вывести меня на чистую воду, показать, какой я лицемер, вот требую от всех одного, а сам этого не делаю. Вот он и пишет, а вы хотите вернуться в Беларусь свергать Лукашенко, потому что правительство США решит, что вы также несете ответственность за эту войну, ведь с территории вашей страны летят ракеты. В отличие от вас, Михаил. Я делал очень многое, чтобы свергнуть Лукашенко. Я просто, ну, это, это намного меньше, чем больше, большее число белорусов делали. Но я это делал, могу показать и доказать. И у меня куча видео, куча, куча много всего. Я просто, вот знаете, это вот, мне приходится это говорить, как будто я хвастаюсь. Это просто многие белорусы могут это показать и сделать. А вы, Михаил, можете что-то показать, что вы делали? Меня и задерживали в 2000, в 2001 году, во время там выборов и прочего. Понимаете? Я открыто выступал против этого. Никогда это стало модно, а многие годы. И то у меня и в блогах написано, в социальных сетях, видео. Не получилось его свергнуть. Многое я не так сделал, но я это делал. Михаил, а что делали вы? Вы вообще можете хоть что-то показать, что вы делали? Кроме того, что вы не голосовали за Путина. И уж тем более я не хочу, чтобы иные люди указывали, что я и кому должен, Ск сказал Михаил, придя к нам в комментарии и указывая, что мы не должны э лишать виз в ЕС несчастных россиян. Я уже, вы понимаете, я даже не ухожу в сторону и не рассказываю, что на планете Земля есть другие страны, кроме стран ЕС. Вот я, например, не в стране ЕС. Нахожусь, прикиньте, и эта страна вас никак не ограничивает в визах. Можете попроситься. Дальше Михаил пишет, сейчас я уехал и пытаюсь помогать Украине, чем могу. Я не чувствую вины перед украинцами. И не помогаю, потому что пытаюсь ее искупить. Я помогаю, потому что чувствую боль от того, что происходит, и пытаюсь сделать, что могу. К тому же у меня есть друзья и знакомые в Украине, некоторые из них э, на фронте, и никто из них не призывал меня отправиться на бунт и сесть, в отличие от интернет-героев. Не знаю, я вас тоже не призываю э, на бунт и сесть. Я э, посчитал, то есть я первый месяц думал, это как-то поможет, но я понял, что потом в итоге, глядя на то, что происходит, э, стало понятно, что митинги уже никак не исправят. Они были полезны в начале. Но они, кстати, и тогда не происходили, потому что лидеры российской оппозиции оказались настолько беззубыми, что все, что они смогли, это уехать из России. Ну и парочку из них решила сесть. Уехать и сесть, а сделать что-то. Вот что они сделали. Кто-нибудь может мне из дорогих россиян рассказать, что лидеры российской оппозиции реально сделали против этой войны? Хоть какие-то действия. Вот я вижу их действия против того, чтобы россияне лишали виз в ЕС. А что они сделали против войны? Каждый день письмо о том, какой чудовищный режим сделал Путин, как много он положил российских солдат. Про украинских нафиг писать. Как разваливается российская экономика. И если еще чуть-чуть посидеть то можно дождаться, когда мимо вас по реке проплывет труп Путина, видимо. Но для этого надо посидеть, ни хрена не делать. И иногда возмущаться тому, что украинцы как-то вас не так любят, не так вас понимают, что-то не так делают. Ну, то есть опять указивки украинцам выдать, что украинцам надо сделать правильно, по вашему мнению. Я человека, по-моему, в ответ резонно спрашиваю, если вы уехали... И боитесь возвращаться. Почему вы не попросили убежищ? Беженцев никто не будет высылать. Если вы вины не чувствуете, то почему вы считаете, что мы вам в ответ должны сочувствовать в этой ситуации? Вообще вот это вот, я не чувствую вины, это с самого начала войны идет. То есть вот эти хорошие русские, они ни в чем не чувствуют вины. Прекратите нас в чем-то винить. Мы против Путина, мы за него не голосовали. Прекратите винить. Не знаю, опять давайте. вот what about Беларуси? Давайте э, вернемся. Белорусы почему-то, ну, те, кого я знаю, а мне кажется, это очень многие, э, они почему-то чувствуют ответственность и вину. Вот э, еще одна черта. Россиян, ответственность и вина это разные. Я ответственен, но не виновен. Э, если там по юриспруденции, опять же, конечно, виновное деяние это конкретно когда ты. Совершил. То есть если ты, например, не толкнул человека в реку, то ты не обязан лезть его спасать, потому что это не твоя вина, что он туда влез. Но согласитесь, если ты не позвонишь в 03, там или куда там, в пожарную, наверное, рассказать, что человек тонет, то ты тоже будешь виновен в его утоплении. Так, такая аллегория. Михаил отвечает, вообще люди не уезжают по убежищу, поэтому что это долго, это поражение в правах. Зависит от страны, но работать и путешествовать ты не так быстро и сможешь. Вот, собственно, и все объяснение. Они не хотят терять ни капли комфорта. Большинство этих россиян, которые возмущаются отменом европейских виз, на самом деле туда переехали, чтобы просто переждать ну, сколько это месяцев, в год, просто пересидеть там, когда это все закончится, и они радостно вернутся спокойно и будут заниматься тем же самым. Они просто там пережидают. Поэтому очень многие вот эти звезды российской эстрады, даже уехавшие, они потихоньку молчат в надежде, что они вернутся, чтобы не растерять аудиторию, например, понимаете? Это циничные, лицемерные чмыдлы, коли Калиласка, за мою белорусскую мову. Их не слышно в течение всей войны, и слышно только тогда, когда э, касается их жопки маленькой, мохнатой, тепленькой. Чтобы она в тепле оставалась, чтобы ее в холодную воду не кунали, не лишали какого-то комфорта. Бомбят украинские города. Да кому это надо? Это уже каждый день такое происходит. Промолчу. Лишают россиян визы. Конечно, о господи. Вот где, где у Михаила Пинчукова хоть одно комментарий под другим моими видео или сообщениями о том, что в Украине происходит? Но это же его не касалось. И он вины не чувствует. Ну так и мы не чувствуем вины, что вы лишитесь виз. Я не понимаю, чего вы хотите. Вы... Он пишет о том, что он помогает Украине, понимаете, и поэтому требует к себе какого-то хорошего отношения. Это помощь холодными руками. Знаете, есть выражение «помогать можно только теплыми руками». Или есть еще отличная, по-моему, Аркадия Верченко рассказ про шубу, который начинается с того, что там пьяный чувак нарал на кого-то и ему шубу изодрал задрал перед ним. А это весь рассказ о том, что один друг другому говорит, вот что-то зимой не в чем ходить, говорит, а вот у меня есть хорошая шуба на поноси, а потом ходит и всем рассказывает, как он эту шубу своему другу дал э, с барского плеча, понимаете? Так вот и здесь, вот Михаил, он посылает донаты украинцам, поэтому имеет право на визу ЕС, у него так вот складывается. Не потому что какая-то хрень происходит в мире. Мне, вот мне от украинцев вообще ничего не надо. Потому что я, не, грубо говоря, не за Украину, а за тот смысл бытия, за которое они борются, понимаешь? А тебе на самом деле насрать. Ты вот из той самой империи, которая э, хочет всем диктовать, как им правильно жить. И очень сильно возмущается, когда ее бьют по рукам за это. Дальше вот опять про чувство вины. Что до да вину? Вы чувствуете вину? Как белорус, которых формально многие приравняли к россиянам в этой войне. Вину чувствуют за что-то конкретное. Я лично ни на кого не нападал. И страну, где родился, не выбирал. Это, знаете, вообще вот это весь этот, все эти пассажи россиян, они очень напоминают подростка, который, которому родители что-то запретили, и он им в ответ говорит, я вас не просил себя рожать. <свят> вот это вот. Иные скажут, виноват, раз россиянин. Но мой ребенок тоже россиянин, ему три года, тоже виноват. А если нет, то с какого возраста наступает вина? Они, знаете, вот он, у человека уже трехлетний ребенок. Такое ощущение, что он жизнь прожил, вообще ни с чем не сталкиваясь, вообще не понимает, то есть без эмпатии, без свободы. Он даже не... Ну, то есть он вот вопросы задает, это вот детские вопросы, ну не детские, давай, подростковые вопросы, когда ребенок начинает свою зону того, что он может сделать, так вот трогать. Вот это, за ага, вот это дают, дают по рукам, значит, это нельзя делать. Но он не понимает, почему это нельзя делать. Как белорус, которых формально приравняли к россиянам в этой войне? Да, я считаю, что белорусы виноваты в том, что с их территории, мало того, что у меня даже не то, что ракеты запускаются с нашей территории, а что с нашей территории были запущены войска вот на эту Киевскую область с севера, из-за чего произошла буча. То есть, белорусы формально и в буче виноваты. Я чувствую свою э, вину за это. В чем конкретно я чувствую свою вину? Потому что я могу сказать, что я... За Лукашенко не голосовал, я его не выбирал, а в том, что вот у меня есть определенный талант, там трындеть, да, что-то рассказывать, объяснять, и я чувствовал, что какая-то херня происходит, но слишком мало об этом говорил. Вот, вот моя вина вот в этом, как мне кажется, и э, во многом, что я не ориентировался на Беларусь, на ту же самую не в Беларуси это рассказывал, знаете, вот думаю, ну Русская публика, на русском языке больше. Буду э, стратегии записывать, рассказывать. Я не думал, что. Ну, то есть, э, я мог на игровом канале тоже это делать и рассказывать. Делал это мало. Понимаете? Я вот за это чувствую вину. То есть, в чем вы э, хороши, и что вы не сделали из того, что вы хороши на то, что, э, чтобы этого не случилось, то и есть ваша вина. Ну, людей убивают, блин, людей убивают. Вы не проголосовали за Путина. Что вы конкретно сделали, сделали, будете делать или делаете сейчас, чтобы украинцев не убивали? Просто расскажите. Про вашего ребенка, которому три лет виноват, 3 лет виноват он или нет. Ну вот, смотрите. Теперь вы едете на машине. У вас на заднем кресле, в кресле для ребенка, сидит ваш трехлетний ребенок. Ну ладно, трехлетний в данном случае тяжеловато будет привести пример. Пускай 12-летний. Сидит сзади. И вы сбиваете человека. Да? Вот как относиться, как будут относиться родственники этого человека, если ваш ребенок придет на его похороны, и будет всех, беря за пуговицу, говорить, ну, я же не виноват, я сидел на заднем кресле, это мой папа сбил вашего, я не виноват, почему вы ко мне плохо относитесь? Ему говорят, уйди с похорон, пожалуйста. Говорит, ну, почему вы плохо ко мне относитесь? А потом э, батю, например, не знаю, сажают сейчас за сбитие человека или нет, но штраф, наверное, точно какой-то выдадут. И он вам говорит, знаешь, сынок, не вам, а вы ребенку говорите, знаешь, сынок, ты там не получишь велосипеда в ближайший месяц, потому что мне придется вот такую денежку заплатить э -э, украинской семье, которого я сбил. И этот ребенок говорит, как? А я тут при чем? При чем тут мой велосипед к тому, что ты сбил э -э, украинца? Я же не просил тебя меня рожать. Давай-ка ты мне тоже велосипед купишь. Я просто беру более не трехлетнего ребенка, а на связи, чтобы он говорил, потому что я не верю, что трехлетний вообще вот эти все может собрать. Но ваш же ребенок ни в чем не виноват, почему же он страдает, почему он без велосипеда ходит, почему к нему не очень хорошо относятся родственники сбитого вами человека. Я просто вот это я объясняю, как будто, блин, либо умственно отсталым, либо... Ну, то есть я, я это себе представляю, что люди просто без какой-либо эмпатии. Они не, они не могут себя на место украинцев поставить. Вот просто не в состоянии. Нам не дают визы. Бле. Вы меня спросите, что в такой ситуации делать? Молчать. Просто молчать. Не бегать кругом. Требовать к себе особого отношения. Вы можете когда-то заткнуться и не, и не требовать от украинцев, чтобы они что-то к вам правильно делали, а не так, как у них сейчас происходит. Это с самого начала войны Приход, приходят россияне, там у меня в чат, у меня в комментариях и говорят, что вот вот как-то нас украинцы сильно не так любят, сильно ненавидят. Вот тоже опять видео там было во Франции какой-то украинский мужик Напал с матами на двух русских девушек, которые тоже правильные русские, против войны, да, против Путина. Потому что они по-русски говорили. Он на украинском на них вот так вот напал, типа... Понятно, что ну, это ненормально, как, когда так люди делают. Но вы должны игнорировать эти штуки, вы можете это понять. Это не знаю, как вам доносить, что у украинцев сейчас... Тут тонкая душевная организация. Че вы до них докапываетесь постоянно? Я просто, я просто не понимаю. Или вы не понимаете, почему до вас все докапываются? Хотя вы голосовали не за Путина. А, кстати, про украинских мужчин. Я когда это видео увидел, я, первая моя мысль была: а что он делает во Франции, вроде же, не выпускают, ну, призывного возраста, мужчин с Украины, ну там есть определенные поблажки, например, там многодетный э... отец, но вот смотрите, э, вот, то есть вас не смущает, например, россияне, что мужчин призывного возраста не выпускают из Украины, им вообще они вообще не могут выехать никуда, но зато вас возмущает, что вы не сможете попасть в ЕС. Ну, потому что ваша мохнатая жопка вам ближе, вы за нее все что угодно сделать, вообще насрать на самом деле на эту Украину. Хотя Украина, украинцы, которые сейчас воюют против России, это ваш единственный шанс вообще изменить в жизни, потому что изменить жизнь в России. Потому что вы сами не в состоянии это сделать. Вы тотально не свободны, даже если вы езжаете, блин, в ЕС. Вы зашорены в своих представлениях о мире, о том, что все везде то же самое, все вокруг лицемеры, и все хотят вас как-то ограничить, несчастных россиянских беженцев, которых Путин убьет, если они вернутся. Вам говорят, проси убежища, это поражение в правах. Да ты Сделай хоть что-нибудь другое. Это все мне намного хуже будет. Я буду меньше работать, получать. Я не хочу страдать, короче, я не хочу даже на малюсенькую капелюшечку что-то как-то ухудшить свою жизнь. И вы даже не в состоянии украинцев поддержать, которые воюют за вас, поддержать не тем, что ты отслюнявил деньгу туда отправил и считаешь, что за это ты имеешь право вот так вот делать. Ты даже не в состоянии просто промолчать. Ты не можешь вообще ничего сделать. Ты раб до мозга костей. Ты сидишь в ЕС и не понимаешь, почему у них страны вот такие. Потому что ты просто вот заключен в клетке, в которой ты вырос изначально. И все, и никуда тебе не деться оттуда. Но ты приходишь к свободным людям, и требуешь от них, чтобы они тебе сочувствовали. Хотя они пытаются как раз тебя из этого рабства вытянуть. Это, это трендец. Насколько просто ментально различны украинцы и россияне, и даже белорусы. Потому что он вот мне все, все говорит, а вот в Беларуси, а вот в Беларуси. Так все в Беларуси, ну не так было. Вот ты понимаешь, не так и э, санкции они все просили чтобы вводили против беларуси и не ездят по э, зарубежным странам видео не снимают как они украинцев э, гнобят и вину свою перед украинцами чувствуют знаешь почему потому что и свободу почувствовали и имперского синдрома слава богу нету потому что у белоруса национальная идея пол кабана в холодильнике, а не говорить другим соседям вокруг, как им жить надо, чтобы белорусу было классно. Белорусу классно, пол кабана в холодильнике, все. Вы не готовы жертвовать ничем ради своей свободы. Вам материальные блага важнее, чем ваша свобода. И мне пишут, тебе хорошо в своих США? Ну так я уезжаю, я здесь больше года вообще даже не жил. Каких больше годов? Больше двух лет я не жил в своей собственной квартире, быкаясь по разным углам, уехав из Беларуси, имея в своей собственности трехкомнатную квартиру, без всяких кредитов и без ничего. И я это уезжал еще до всех этих событий. В каком-то семнадцатом году, восемнадцатом. Просто потому что и я не думал, что эта война будет. Я не, я думал, что вот как тогда было в Беларуси, так будет всегда. То есть не будет никакого развития в принципе и никакой свободы. Я да у меня видео, что я вам пересказываю. У меня есть видео о моей иммиграции из Беларуси, где конкретно в двух словах я говорил что я уезжаю из Беларуси, потому что я там изменить ничего не могу. Не в том плане, что это выученная беспомощность, а потому что я представляю, как я политически начинаю действовать и сажусь. В другой вариант только это кровь, то есть создавать террористические организации и начинать убивать там милиционеров, омоновцев белорусских и прочее, что я не могу делать по-своему складу характера, пацифической позиции и прочим-прочим. А прочим. у тебя третий выход был только уехать. Или вы считаете, иммиграция – это ты ничего не делаешь. Я контролирую свою жизнь. Я свободен, в отличие от тебя. И если мне украинец скажет, что я виноват в том, что на его территорию зашли войска России и убили многих его соотечественников, я ему скажу – да. Вы большая ласка? Я нечто зарабил дренно. У меня вообще не отвалится ничего, когда я ему это буду говорить. Потому что он такой же свободный человек, как я. Я понимаю его мотивы, я понимаю, что им движет, и я понимаю, что он не только ради себя это все делает, но и ради меня тоже. А какие у тебя мотивы, любому свободному человеку они будут неприятны. Поэтому вы вызываете такое раздражение каждый раз. Русских где-то обижают. Опять русофобия. Может, что-то случилось? Ладно. Как всегда, я наговорил очень много. Я просто... Как вот он тут написал, тут единственное место, где аудитория адекватна. Я просто надеюсь, что хоть в этот раз, хотя я это много раз говорил, но что хоть в этот раз, да, кое-кого наконец дойдет, что наша главная задача – это просто поддерживать украинцев. Их победа будет и вашей победой. Если вам, конечно, действительно надо то, что вы декларируете, а не просто жопа в тепле. Спасибо, что посмотрели. Дополняйте меня в комментариях. Живе Украина, слава Беларуси, Россия будет свободной.